Мишны Дуры, Мишна Сойфрим. Относительно буквы ВАВ и буквы ЗАЙН, да, в чем-то они действительно похожи, поэтому нужно писать так, чтобы Тинок не спутал эти две буквы. Например, как здесь мы говорили, чтобы голова буквы ВАВ была сзади округлая, а не острая, чтобы не спутать с буквой ЗАЙН. То же самое, буква ЗАЙН должна быть с двух сторон, а не как бы с одной стороны. Главное, в букве ВАВ и в букве ЗАЙН, как мы говорили, что длина ноги должна быть два кулмуса, и здесь, и здесь. Если она длиннее, чем два кулмуса, тогда проблема, что она похожа на нун пшута. Буква нун пшута или нун суфит. На языке Мишнебрура это нун пшута. И тогда проблема. Или она короткая, в один кулмус. Тоже проблема. Проблема, что Тинок может прочитать ее как букву «Юд».